я поездил по Литве, в Ленинградской области, он родом оттуда, он там и работал, кстати. Мы сами поставили, не надо, у нас своя сфера. А политики это то, что Украина, надеюсь, в ноябре подпишут ассоциацию с Европой в Вильнюсе на саммите. Экономические дела, да, это наши инвестиции здесь, которые достаточно успешно идут, и говорили о некоторых вопросах еще, которые нужно решать. И по культурной части, по культурному сотрудничеству. Они очень заинтересованы в инвестициях в город Севастополь. Очень понравился город. Предложили провести в городе Севастополь Дни литовской культуры. И Владимир Григорьевич поддержал эту инициативу и июня следующего года. И мне было поручено проведение этих, совместное проведение вместе с ними это мероприятие. Я думаю, что у нас удастся. Самое главное предложение было от них участвовать в строительстве в городе Севастополе для строительства и жилья, и промышленности. И я думаю, что это получит продолжение.